Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Алекс Бат, Хёрт Айзек Адам, Юрий Кот. У нас тут сегодня такая нехорошая ситуация, нас порейдили. Ну, короче, кое-кому сегодня будет конец. Всем привет, ребятки! Да, мы решили пробежаться по карте, зарейдить кого найдем, зарубить вот этим самым топором, блядь. Ну все, конец. Из бумаги, блядь. Сейчас. Также мы еще магазинчики прикупили. Кто там, Алекс вроде купил, да? Базуку да, купил. Я по минимуму на средства, которые оставались у нас, прикупил стволов. Я знаю, что предлагаю сделать. Сейчас первого, блядь, кого найдем, тому и дадим пиздов нахуй. Просто чисто ради отомстить. Потому что, ну, несправедливо это. Если ты мне постоянно говорил, как нубу, новичок, который, собственно, учится играть в эту замечательную, блядь, игру, о том, что рейды это, типа, здесь норма, то, ребятки, пиздец вам всем, мы идем к вам. Вы еще живы, у вас построен дом, тогда мы идем к вам, блядь. Да, ага. Ну все, мне дробаш как бы... Вообще, нам очень свезло, что у нас дом, этажи были разграничены дверями с замками. Нихера. Это нормально. Я мщу. Это месть, понимаете? Оленю? Это тренируюсь пока. Разминаю руку. Так, погоди-ка. Нехорошо такие ценные ресурсы бросать. Ах ты маленький евреюшка. Какой же евреюшка? Прости, ничего лишним не бывает. Хочешь не хочешь, а будешь. Чик Макнаггетс помогает, давайте быстрее. Чик Макнаггетс нахуй помогает. Ну рекомендую, ребят, сильно не палить лишний раз. Кого не палить? Да, не палить, потому что это довольно шумно. Сейчас у меня карта прогрузится. Это мы сами шум, понимаешь? Нас должны бояться. Я предлагаю пойти сперва на аэропорт. По карте вот он виден там. И там что-нибудь хорошего угодного достать. Ну да, аэропорт мы помним, где он был, мы в прошлой серии, кажется, на нем были. Ну, когда... вы за мной тогда дуйте, я примерно помню, по карте примерно ориентируюсь. Хорошо. Значком виден вроде. Потому что я, честно говоря, не помню, где это находится. Если, конечно, я тот значок вижу. А я всегда подписчикам говорю, что я херово ориентируюсь в играх. То ли Lone Dark, то ли Rust, то ли еще что-то. Я реально вот где-то... У меня с городом так, была у меня такая ситуация, значит, в жизни. Иду я такой, нужно было забрать документ. А у нас это в городе находится на периферийных улицах. То есть не какое-то знаковое место, а где-то, ну, в жопе, блядь, как говорится, у черта на куличках. В залупе мира, как говорится. Прикинь, я живу в этом городе всю свою жизнь, и мне пришлось спрашивать у прохожих, как выйти с этой улицы, главной улицы, чтобы уехать оттуда транспортом. Можешь себе представить такой фейл вообще? Нормально. Ужас просто. Поэтому неудивительно, что в играх все так грустно. Если я в городе у себя так ориентируюсь, то и в играх и подавно. О, сейчас опять плыть, да? Так, нет, не надо плавать. Мы, наверное, по побережью пойдем. По-моему, он дальше должен быть аэропорт. Туда, как сказать-то. Он по карте, этот заливчик кончается. И там, получается, от него недалеко вроде бы аэропорт у нас. Если, конечно, я правильно интерпретирую значок на этой микроскопической карте. Хорошо, я понял тебя. Ну, по идее, да. Вот вроде тот самый момент, когда жалеешь, что у тебя не 4К. Это да. Это да. Другое дело, что в 4К, по-моему, у меня даже слайд-шоу не выйдет. Туман, ёпта, у нас тут или что? Скорее компьютер нахер сгорит. Так, ребята, а вы где? А, вот, вижу. А рядышком, все рядом. Он у тебя полетит в космос. Опаньки. Мне кажется, или на той стороне у нас хата? Хата? Хата. Пошли смотреть. Пойдем разберемся. Как мы там говорили, первый попавшийся, блядь, О, чувак, не повезло тебе, просто не повезло. Сегодня не твой день. А че вы по воде, блядь, бегаете, как Иисус, ёпта, блядь. А я есть Иисус. Я бог. Я бог в этой игре, я же вам говорил. Очень надеюсь. Автомат ты свой не сохранил, Айзек. Ну, я и говорю, я буду мстить. Я буду мстить тому, даже кто не виновен. Во-первых, блядь, я совсем... Я не камень. Знаю, там никого Жри, нет. Скотина, камень. Так, погоди. Надо подумать, надо посмотреть. Бесполезно просто вот пытаться на пролом лезть. Надо посмотреть, где послабее места просто есть. А мы этот дом осматривали, кажется, в прошлой серии, насколько я помню. Что-то было, да, такое? Да. Они его доделали, я как вижу. Да? Или нет? А мы точно здесь были? Мы здесь были, да. Я еще говорил, какая крыша здесь интересная. Вот. Мы здесь были, здесь они еще доделали, вот. Так. Ну вот этот двухэтажный дом, он, в принципе, довольно голенький, каменный. Благо, что базука у меня прикуплена, правда, всего 6 ракет двух типов. Но что-то мне кажется, что начинать надо с самого большого, он, скорее всего, самый жирный. Это вот этот, который, да? Самый левый, получается, если смотреть от воды.
от воды. Вот этот ну, площадка на дома. Металлический, высокий, короче, который, да? Да? Весь из металла. Да-да-да. Я так, знаю. У нас получается с этой стороны забор. Забор выносить это дополнительно проблемы. Ага. А дверь? Так, есть смысл? Его пока никто вроде не рейдил, все целое или же ремонтировали, не знаю. Дверь есть смысл? Так, дверь есть. Дверь довольно жирная, по-моему. Да, она бронированная. Это будет печально. Я так понимаю, что с арбалетом сильно ее не захерачу. Так, вот смотрите, логика какая. Где-то в середине должен стоять шкаф. Я не думаю, что он на краях стоит. Где-то в середине должен. Ну. Так, опаньки. Что такое? А, нет. Это бронированный. Я прикинул, сейчас тогда подойдешь, в упор пальнешь. Так, ребята, сходите, я сейчас попробую здесь вот взять. А это не сильно близко, может, подальше? Ну, да, нормально должно быть. Нормально. Давай, херач, ёпта. Нихера! Я пропустил все самое интересное. Как такое могло произойти вообще? Где базука? Где ты? Ребят, палите, если что, если откуда-то будет стрелять сверху, палите. Я не знаю, есть там. Охренеть! Кого нету? Мы прикроем нормально. Я надеюсь, что нас не захерачат. Сверху я, по крайней мере, никого не вижу. У тебя сколько, кстати, патрон по базуке? Ща. Заряд поменять надо. А имеет смысл валить с автомата это дело? Пока что не разберемся. Железяку с автомата не особо. Айзек, не шуми лишний раз. Пока ждем. Сейчас работает у нас взрывотехник, ёпта. Так, что не делать? Чего, опять? Вообще, блядь, бесшумно. А можно как-то... не подходи туда. Ай-яй-яй, горю. Аккуратно, не лезьте в пламя. Можно как-то посмотреть урон этого всего дерьма? Ну, сейчас прогорит и посмотрим. Мне ХП нужно. Я-то думаю, чё так у меня все почернело? Ха. Здесь аптечка есть? Ну, что там? Тебе аптечка нужна? Да, есть? Да, одна. Было бы неплохо, если бы. Ой, только одну. Использую, две отдай мне. Угу, хорошо. Я из-за этого пламени не могу подойти посмотреть. Где аптечка? Блин. А, вот она. У тебя их три даже. Да, две на базу. Такс. Опа. Ой-ой-ой-ой. Там глюкнуло просто, случайно две использовал. А, хорошо, ничего страшного. Пусть одна будет. Блять, темнеет, ёпта. Темнеет, да. Хреново. Нормально, а что, ну вообще не убиваемо, что ли? Я не понял. Я не знаю. Да сколько стоит? Ну! Это как-то вообще странно, ребят, потому что вообще-то, по-моему, двух просто выстрелов должно хватать. Читерский дом, ёпта, блядь. Так, фиг погодите, есть. Погодите. Нам что, тоже что? Ну! Сука, открывай дверь! Ракеты я все расстрелял, сейчас, погодите, ждем. Прогорит все это дело, посмотрим, что там есть. Я просто думаю, имеет ли смысл с пулемета это все валить. С пулемета? Ну, с этого, с... как его, Томпсона, не знаю даже. Ты сейчас покажи только лист, который ты валил. Да не лезь ты в огонь, ёпта. Так, у меня не жжет, я нормально стою. 171 из 750 осталось. А, ну нормально. Нормально. Я, походу, просто довольно сильно мазал, разные листы попадал. Так, похоже, я сейчас кого-то видел или мне показалось? Ну, если что, пали. Так, калибровку не имеет смысла выкручивать, потому что картинка будет херовая, правильно я понимаю? Ну, это во-первых. Во-вторых, тут, в принципе, и так неплохо видно. Подписчики, если вы это слышите, то, в общем-то, я с Алексом полностью солидарен, потому что делать... Ну, дайте я с пулемета постреляю, ёпта. Вообще ноль эффект. Ну, попробуй. Реакция. Ну, смотри, ничего не меняется. Вообще ничего не меняется, да. Давай еще раз базуки, что ли, или нет, патрон? Да нет, почему? А, на базуку, да, нету. Кончили. Пошли рейдить, называется. Может быть, кто-нибудь хочет подсветить факелом, я не Давай, знаю. Давай, я подсвечу. Подсвечи, говорю. А, подсвети, я попробую. Лист правильный вообще? Да, там 171 хп осталось. А ну, дайте я захерачу. Да там вообще ничего не отнимается. Да, ничего не меняет. Ладно, ребят, схожу я сейчас в магазин. Давай. Скупись, ёпта, сейчас мы тут наведем шороху. Сейчас я, блядь, устрою здесь. А, блин, я совсем забыл, ребята. Чё? У меня есть вполне себе еще три ракеты купленных оставалось. Давай. А, давай. Я думаю, что их как раз, в принципе, хватит. А тебя просто расплющит на кусочки, просто. Надеюсь. Самое главное, чтобы шкаф был прямо за этим. Ну, опять я сомневаюсь, там наверняка еще стены. Да, мне кажется, да, где-то он или на втором этаже, или... О, красота, погнали ее. Просто красотища. Красотища. Работает спецназ. Заходим. Go. Здесь так, дверь. Ребята, смывайтесь. Смотрите, тут внизу каменный этот фундамент. Я сейчас попробую его просто раздолбать. Ага, сваливаем. Опа. Эй, свет. Факел, подожди. Нихера не видно. Все нормально. Так, что там у нас? Вошел?
В смысле? 361. Мне кажется, не хватит, да? Ну попробуем, сейчас, отходи. Давай. Давай. Хорошо, ёпта. Еще что-то сломал там. 222. Нормально. Блин. Еще, короче, два надо. В магазин все равно придется идти. Да. И сразу придется. Покупаешь, что 5-10. Нет, нормально, остались еще ракеты. Да? Отлично. Да, я, видимо, 5. Блин, что-то я... Как-то невнимательнее. Ну, нормально? 171, блядь, сейчас. Мажешь, сильно мажешь. Смотрите, ребят, если что, здесь тоже вот поэтому постарайся пальнуть. Да не, лучше херачить фундамент, я думаю, что нет, тогда... Нет, где-то сотня с лишним хп за раз снимается. Все, грамотей какой-то построил, ёпта. Вау! Yes. Долго. Вошла, да? Поехали! Блин, в смысле поехали? Так, печки, смотрите, что в печках есть. Охеренно, блин. Конечно, рейдим, ребят, просто боги рейда. Ну вообще, знаете, мы даже... Боги, блядь, включи факел, ёпта, давай я включу факел. Это называется мы рейдим, даже нормально зарейдить не умеем, не можем. Да, нормально. Я, честно говоря, первый раз вообще рейджу. Ну, по-человечески, да. А так мы уже рейдили, как бы. Какой-то дешевый. У кого план постройки есть? Я не брал с собой. Я не брал тоже. У меня не было. Блять, а надо было же взять. Да, надо было. Я думал, что ты возьмешь. Так я же спрашивал, Коля, брал ты или не брал? Я сказал, не брал. Будем крафтить. Медленно и уныло. Давайте. Есть какой-то глюк у нас с крафтом. Почему-то сегодня Инстакрафт отказал, но думаю, поправим в ближайшее время. Так, что, какие мысли есть? Дальше пробивать эту стену, наверное, не камельфу. Нет, смотри. Сейчас все это докрафтится. Попробуем здесь вот, где строительство не запрещено. Шкаф мы, походу, снесли. Попробуем, где строительство не запрещено, поставить лестницу на лестницу. И, в общем, залезть выше. А там, может, в окна получится пробиться. Если они деревянные, это вообще с собой ресурсов никаких не брал абсолютно. А вон окна, кстати, их можно будет пробить базукой? Ну, или а я о чем? Я об этом же. С базукой-то мы можем, у меня базука кончилась. Блин, а как мы лестницу сделаем без ресурсов, которых у меня нет? Сейчас я скрафчу план. Строительный план сейчас скрафчу. Приперлись. Дружище, чей это домик? Я не знаю, но ты извини, в общем, что мы так... Ну ты видишь, да? Короче, ты попал под руку. Да, у нас под злую руку. Айзек, я хочу сказать, ты попал под руку профессионалов. Да, точно, надо было не спросить. Это, блядь, рейдеры от бога, блядь. Даже нормально зарейдить реально не можем. Бегаем здесь по кругу. Нет, ну вы посмотрите на эту картину. Туннель какой-то. Не, ну ждем, Алекс. Алекс сейчас какой-то туннель получается, реально. Да, сейчас. Родит план постройки, сейчас все будет. Туннель, блядь, в никуда. Нормально. Захотели ресурсы, ребята. То есть шкаф все-таки снесли? Вау. Вау. Сейчас, погодите. Я подсвечиваю просто, чтобы тебе там было видно план постройки. Я не могу поставить. Да ёпта. Давай. Не ставь. Вася. Все равно не ставь. Вася. Василий. Я сейчас что-нибудь попробуем. О. Василий Петровна. Идет? Ну. Давай. Опа. Ты что-то прыгаешь там. Я могу тебя подсадить, в принципе. Я могу понять. Не-не. О. Опа. Красота. Нет, красота. Красота. Ну, типа, допустим, дальше. Крысота, что? Да. Крысота. Крыска. А, спускайся отсюда, ты мне мешаешь. Маленькую лесенку надо. Давай. О, нормаляк. Нормаляк. Опа. Ну что, получается там? Да, ладно. О, 403 хп. Конечно, печально все. Давай я буду подсвечивать, наверное. Кстати, ты с одного выстрела, что ли, снял столько хп? Ну, видимо, да. Может, кто-то уже валил. Попробуй добавь еще. Еще может снимется. Надо просто не попасть тебе в голову, понимаешь? Это ты почему стрелял? Нет, ну, 400. Айзек. Чего? Вот я хотел стрельнуть, а ты стал, блядь. Или это не ты? Кто из вас в красной футболке? Я не знаю. Я вот прыгаю. Ага, значит, это ты стал. Позор. Просто ужас какой-то. Ну давай, ломайся. Тебе сказано. Ладно, поменяю еще патроны. 302. Ну, прекрасно, да. А целый один хп снял. Короче, давайте перестанем этой суходрочкой заниматься. Покупай ракеты. Хотя бы одну ракету. Одну ракету, чтобы это все нахер снести. Иначе мы здесь просто заглебемся это все делать. Ой, ладно, сейчас я быстренько скажу. Или можно крышу. Крыша здесь, не каменная? Вон там каменная. Да, вот здесь каменная она. Жалко, что нет нигде деревянного ничего.
Нихуя не видно просто, ребятки. Я не знаю, что делать, поэтому... А ты что хотел? Я вовнутрь вообще пострелял. Вообще смысла никакого, просто так патрон трачу. Да, кстати, не работает. Рейдеры не доделали. Ребят, минутку. Хорошо, ожидаем. Я пойду посмотрю, что у нас с другой стороны. Но тут до хера бронированных дверей, я не знаю. Просто может быть с этой стороны валить тогда стенку? Вот эту конкретно, где дверей ой, нет, ты. Где нет окон. Ребят, если даже... конечно, 140 рублей, но что поделать? Ну... рассчитаемся. Я думаю, да. Это, слышите, ребятки, я вот просто смотрю, если обойти так. Все вокруг, у нас есть двери, и вот эта четвертая ячейка у нас полностью закрыта без окон, и туда, в общем-то, ведут все двери. Может, имеет смысл этот угол херачить? Это где вот... каменная, да, вот это? Это вот где нет окон, вот именно этот вот, вот по диагонали, если смотреть, где я вот стою, вот именно конкретно этот угол, потому что везде все открыто, везде есть двери, кроме этой части. Я так, так понимаю, я что... знаете, что я сделаю? Я сейчас спущусь, посмотрю, может, все-таки есть смысл еще в середину продолбиться. Пока вы там лазите, я сейчас попробую. Там есть дырка такая. Херануть. Я же на которую можно пролезть. Блять, Айза, какая дырка, блять. Смотри, иди сюда. Куда? Фу. Я вот здесь. Куда, блять? Выйди куда-нибудь, я тебя не вижу. Застрял. Ну я здесь я что-то похоже не вижу. Ты внизу или наверху вообще? А, нет, выбрался. Вот, смотрите, наверху. Вот. Ой, ю! Блять! Ты сам себя убил. Ребят, не лутайте меня пока что. Да, 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 мы тебя... Юр, ты где? Ожидаем. Смотри, я иди наверху. Сюда, вот, иди сюда, ну, иди сюда, ну, показывай, показывай. Сейчас покажу и научу жизни. Я что-то тупанул. Вот, смотри. А, да, смотри, действительно, тут, короче, обманка есть. Да, можно за вас все сделано было. Да? То есть, можно было, да, можно было пролезть. И в том ящике я там порылся и нашел. Так, Юр, принимай. Сейчас. Так. ТПА, да? Ага. Блин, народ в чате уже хихикает. Ну а как быть? Так, у них тут есть, в принципе, смотри, топливо низкого качества, 500 штук, забирать его? Я забрал все, что там было. А там был револьвер. Топливо, смотри, мы заправим его в карьер. И, собственно, лутаем все камни с него. И животный жир. Все, получается, здесь забрали. Револьвер ты забрал, да? Да. Револьвер, да, тоже неплох. Хорошо. Контузило, блять. Да он взял наш, отлетел, ух, так угарно просто, капец. Да я представляю, как это выглядело со стороны. Взял, стреляет в окно, мир. Рейдер. Смотри аккуратненько, Айзек, там коле торчат, на них можно. А я уже там не лазил. Нам бы, конечно, еще вовнутрь, я думаю, там много чего интересненького есть, вкусненького. Как вам такая идейка? Да. Ну, мне кажется, все-таки вот по диагонали нужно валить вот этот, кстати, аэродроп летит. А, ребята. Ау. Нормально я телепортнулся. Куда? В смысле? Ну я под крышу попал. Да? А, тут пустой ящик, то есть тут, видимо, до меня побывал уже... Я. И я. Последний был. Так, как отсюда теперь вылезти? По кругу, только смотри, там колья стоят, можно на них нихуёво. Голожопый. Я что-то не могу. А ты на контр нажимай, ну мне еще тебя учить, да? А, о, получил, блядь. Я что-то сперва попробовал, не получилось. А где мое бредное тело-то лежит? Там, воняет, гниет. Я еще, мы еще его не трогали, понимаешь, да? Так, по звуку я нашел. А тушка? Вон, вот она, твоя тушка. Так, ребятки, у меня есть некоторые проблемы. У меня есть патроны, у меня патронов много, но мой Томпсон, сука, не хочет заряжаться через клавишу R. А он не сломался? А я не знаю. А ты посмотри. Сейчас посмотрю. Нет, он живой, здоровый, блядь. Я тоже сейчас живой, здоровый. Ну, то есть арбалет просто через R заряжается, а Томпсон, сука, нихуя. А сколько там патронов? Патроны точно его? Ну, я набрал 5,56 патронов. Ага. А смысла нет никакого. С дробаша стрелять по окну. Так, ща, я приоденусь до конца. Смотрите, ребят, если даже мы залезем на... через это окно, будет ли смысл? Потому что, смотрите, там дверь опять бронированная, и как мы через нее пройдем, придется опять долбиться, да? Другого выбора нету. Ну да, но мне кажется, все-таки вот этот угол надо щупать. Ты со мной согласен? Да, можно, но смотри, там с базукой стоять. Не, почему? Снизу, снизу нормально можно дохерачить нее. Просто видишь, везде все просвещается, везде есть окна. И только вот этот угол, он, сука, закрыт. Да. Ну вообще где сейчас? Наверху, да? Да. Наверху точим. Вот этот угол по диагонали надо щупать однозначно. Мне кажется, там люк вниз есть. А потом надо можно, кстати, заразить. Надо щупать, чтобы опять не убиться. Не, так с самого низу надо. Вот этот вот угол, да? Надо вот еще заразить вот, видишь? Потом. Но смотри, ага. По логике вещей. Везде все просвещается, и двери ведут именно сюда. Значит, вероятнее всего, там есть люк.
Ну да, да. Так, ну тогда, народ, сваливайте подальше. Все. Все, валю. Валю. Пометуя моей печальной судьбе. Так, Алекс, 5.56 это патроны от Томпсона все-таки? Я не помню, если честно. Блин. Вот хер пойми, не хочет он заряжаться. Короче, арбалет. Мне в помощь, блядь. Хера. Ну, нормально, да? Базука столько лежала, еще не остыла. Ой, как хорошо. Красиво. Звездочка, звездочка. Проверяю. Или знаешь что, ебош стоит вторым, еще? Наверное. Ебош вторым, сейчас попробуем проверить. Я помогаю Алексу. Да не, 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 не надо шуметь лишний раз. Поверь, базуки хватает, чтобы шуметь на весь. Когда он базука реально стреляет, это не шумно, да? Так, тихо. Нет, ну так, хотя бы реже. Подожди, Алекс. Что там по жизням? 171 из 75. Ну это еще максимум 2 выстрела, это максимум. Вы знаете, мы такую херню сейчас городим. В смысле? Так, я переберегу оставшиеся 4 ракеты на второй. Ну? Давай. Смотрите, у нас есть возможность поставить шкаф. Ну? Это хорошо, я знаю. А молодец. У кого сколько дерева, скажем? Все дерево, все, что было у меня. 4000 у меня. Совету, ребятки. Да. Прекрасно. Мы же можем ремонтировать стенки. Да? Да. Ставь шкаф и поехали. Да-да-да, сейчас. Он крафтится. Давай тогда просто скину тебе это. Алекс, давайте просто скину, ты сам это все сделаешь, хорошо? Ну, естественно. Снял с себя, блядь, ответственность. На, бери. Бери и все, уходи. Сейчас я убью. Почему мой Томпсон не стреляет? Какого хера? Я не могу понять. Так, вот тут мы его поставим сейчас. Я совсем забыл эту фишку со шкафом. А здесь же может... Да, Андрюч, а здесь строительство. Так. Пойдемте пока второй пощиплем, который каменный, потому что его однозначно ракетами не возьмешь. Да. Ракетами, говорю, в этот... ну да, тут точно, тут отдельный шкаф, судя по всему. Куда все убежали? Я тут. Каменный, это который весь каменный? Это который низенький. Все, вошел? Вошел. 361, должно хватить. Давай. Ты где? Да, я вообще там хожу. Вот привычка, здесь, да? Здесь, я все понял. Бери бош и ебош. Привычка просто, что он не перезаряжается сам. Сколько? Его приходится перезаряжать. 222 из 500. Одного не хватит, надо еще парочку. Да, давай. Два, у меня два и осталось. А чё мы, чё мы один еще не туда, туда не запустим, на второй этаж? Ну, так. Почему так долго? 83, еще один. Ах, ёкалы мне, ребят. Печалька. Чё? Базука сломалась. Как такое могло произойти? Именно с нами. Ну ты как? А базука имеет свои показатели здоровья, так сказать. Ребята, надо было херачить туда вверх. Уже два снаряда было туда запущено. Сейчас, 4 секунды осталось. О, все. Шкаф готовый. Угу. Сейчас поставим. А какого хрена? О, поставил. Поставил? Yes. Так. Погнали. А план постройки, что там? Так, план постройки у меня был, я же... у тебя был, вставил. У меня нет, ёпта. Чё? Вы должны подождать 6414 секунд, пока сможете удалять снова. Рейд-блокер. Нихера. Плагинчик, который блокирует рейд. Отлично, ты о нем знал? Я совсем о нем забыл, я знал, но забыл. Короче, нам нужна еще базука, и нужно захерачить этот угол. Я думаю, что так будет правильно. Там просто осталось реально вот понт, там 100 с чем-то. И уже две ракеты. Зря вообще пошли на каменный дом. Реально одной их хватило ребята, бы. Ох, ребята, у меня уже припекает просто от количества потраченного на все это. Попробуй еще потратить. Добавим как-нибудь. Плачу за все, ёпта. Нормально. Платит Юра. Да, сегодня платит Юра. Так, если кто желает попозировать с базука, я вот старую выбросил. А, выбросил. Она куда-то открыт. А, нет, вот она валяется. Не, базука нам нужна. Короче, сюда еще один выстрел, в этот угол. И додолбить тот каменный дом, где, в общем-то, мы долбили. Хорошо, давайте. Так, в какой угол? Ну, верхний, по диагонали, куда ты валил. А, да-да-да. На крыше. Сейчас. Значит, занимаемся сейчас крышей, вот да? Анимация заряжания вообще видна со стороны была, нет? Айзек. Я не обратил внимания, кстати. Надо будет посмотреть на видео. Вот сейчас все. Смотрите. Замечательно, сейчас все. Ребят, смотрите. Валим, заходим. Работает спецназ. На меня смотрите. ОМОНовцы, давайте, недоделанные. Так, я ушел вперед, я не увидел. Коля, ты видел? Чего? Блядь, двери. Двери и люк. Нормально. А, нет, вниз. Давай. Люк запертый?
Ну да. А, там это стоит. Ёпты. Ну, все равно, получается, эти двери нам нужен люк именно нижний. Получается... Нижний нужен, да. Слышь, а в магазе я не видел просто, можно ли приобрести какую-нибудь... Ребята, смотри, вот под нами, прям под нами, сегмент крыши 26 вообще. Да? Давай, вали ее. Да, попробуйте оружием. Подожди, не-не-не, смысл не имеет. Ну, у меня Томпсон не стреляет. Там смысл не имеет, ребят. Мы там уже лазили, вы чего? А, ну да, кстати, это ж по периметру у нас идет все это дело. Это мы... Это, да, это все не то. Ну, кстати, да. Ну, дом построен грамотно, тут вопросов нет. Надо, сука, отковырнуть эту ракушку, блядь. Это не столько дом построен грамотно, сколько мы неграмотные. Ну, это да. Не, ну нам это простительно, я вообще, это первый рейд, блядь, за всю мою жизнь. Так. Опа. Ну-ка, посмотрим, что у нас еще раз ремов даст. Конечно, 6000 секунд. Я говорю, в магазине не обратил внимания, можно ли приобрести какую-нибудь C4, динамит, гранату, да. Динамит, блядь, что-нибудь такое, да. Есть там? Я даже не помню, сейчас схожу, посмотрю. Да. Какая поза? Слушай, ты в такой позе застрял, именно как модель позируешь. Знаешь, как с Титаник срисовывали бабёнку? Такой именно, знаешь, рука за голову типа лежит такой. Есть граната, но я не знаю, сколько она снимет. Срисуй меня. А граната? Ну, гранату было бы... Сейчас изменим лицо. Наверное, она малость. Подредактируй немножко это, голову. Так, а вот просто взрывчатку я пока не вижу. Что там по секундам? Наверное, долго еще, да? Полчаса ждать вообще никак. После каждого выстрела, ну, заново. О, нашел взрывчатку, нашел. А, замечательно. Ёбаная стоимость. Ёбаная РСТ. 250, ребят. Че, 250 рублей? Да, и это рецепт. Грабеж среди белого дня, просто ужас. Это, заметьте, рецепт. Нет, ну рецепт это логично, потому что ты делаешь, создаешь рецепт, и по нему потом можешь крафтить как бы бесконечное количество раз, правильно? Ну да, но ресурсов у нас, по-моему, все очевидно. Это да, это грустно. А что по секундам по шкафу осталось там, блядь? Что по секундам? По секундам они у нас каждый раз сбрасываются, как я что-то делаю с стенами. Ну да, 7044. Это сколько? По времени часов. Ой, это очень много. Я не знаю, надо добираться к этому жуку, блядь. Мы все начали, естественно, не будем заканчивать. Давайте, хрен с ним, на удачу сейчас попробую додолбить эту стену. Здесь, да. Здесь у нас 83 хп, 99. Да, должны взять. Так, все, стреляю. Блядь, я думал, в меня летит, ёп. Такое опять? Нормально, да? Победители по жизни. Ебать. Ну ладно, давай, я не знаю, давай долбить все-таки. О, стойте. Наверху стена еще тоже не особо. В принципе, подсадкой может быть даже залезть. Подожди, сколько? 83. 88. Отходим. Давай, херач. Вау. Уля-ля. Труселя, блядь. С подсадкой. Что это было? А вы пробуйте на меня кто-нибудь. Давай. Да нет, так это не работает. Наверное, надо присесть, давайте на меня и потом лесенкой. Давай. Так, давай. Опа. Ну? Сейчас. Оп. Ну, запрыгнул. Давай, чуть-чуть. Ну. Не, Алекс, отойди, поближе. Подойди, смотри, значит, вот, да, по одной линии стоим. Сначала он на меня прыгает, потом на тебя настоящий. Он просто цепляется головой за текстуры. Так, на тебя прыгнул. Вот. И нихера. И упал. Опять текстурка. Ну так, давай, пробуем. Да, там что-то, там дверь открыта, в принципе. Надо давай. Это. Или запрыгивай на меня, я просто встану. Нахуя запрыгивать еще на второго человека, правильно, блядь? Где логика? Блядь, я даже не знаю. Есть? Сваливается. И видишь, я сваливаю сразу. А строить ничего нельзя, как я понял, да? Подсадите кто-нибудь, я попробую. Ну давай. Так, у нас еще одна ракета осталась, но толку-то нам с нее. Прыгай. Это так выглядит, конечно, нелепо. Играем в слоника, ёпта. Нет, выпрямись. Не получится, ребят. Ну давай, вот, а ты отсюда запрыгнешь. Стена. Стена не кончила. Я только скатываюсь. Вот это, блин. Сейчас, еще раз попробую. Давай. Давай, ёпта.
Знаете, как угарно выглядит с базука прыгаешь? Знаешь, я сам угараю. Да ладно, это ни к чему, это долго будет. Давайте, я не знаю, а мы построиться не можем, да, здесь? Нет, у меня, в общем, осталась одна ракета, надо смотреть, где что можно разнести. А нам лестницу надо захерачить туда просто, какую-нибудь. Маленькую лестницу. А штурмовую лестницу, ребят, штурмовую лестницу. Ну, так я же за нее и говорю, я просто не могу ее сделать. Все, я кравчу уже. Кравчи, блядь. Ой, пока что смотрим, может, где что попадется еще раздолбанное, чтобы взять с одного удара. Я предлагаю сначала сделать лестницу, залезть наверх, а потом уже разбираться, блядь, что делать. Минуту 40, ребят, ждать. Что минуту 40? Для чего? Для разноса дома? Скрафтиться. А почему так долго, я не понял? Да. В чем прикол? А вот. А, скинь, кстати, мне дерево немножко. Сейчас кое-что сделаю. Ага. Сейчас, минутку. Ты где оно там? Ну, ты думаешь, там дверь... Ну, дверь там открыта, оно-то да, но ее там просто нет, этой двери. Получается, а с той стороны, да, тоже открытая дверь, обычная деревянная. Но мне кажется, что в этом доме нихера нет. Это типа на рандом, знаешь, чувачок поставил, типа, в какой давай, залезете. Если не угадаете, то типа так вам и надо. Сейчас попробуем. Мне кажется, что колупать надо вот эту ракушку. Да. В следующий раз, пожалуй, будем все-таки на оси. На С4 ставку делать. Да. Да, С4, я думаю, это весьма неплохо. И что, получается? Штука. Скрафтить? Сейчас. 40 секунд у меня еще до крафта. Скинь дерево, может, у меня получится. А смотри, в чем прикол, давай. Ребята. Мы правильно разхерачили дверь. То есть люк получается все-таки здесь. Так что? Понимаете, а нам у нас по-другому бы не получилось. Сейчас надо бить люк. С4 нужно. Что произошло тогда, что? Слушай, а если попробовать просто подобрать код? Ну, не знаю, может там что-то стандартное? Да нет, я очень сильно сомневаюсь, что там что-то стандартное. У нас еще током будет бить при этом. А, ну да, да. Да ну нахер, я не пишусь на такой движный. Смотри, люк 250. Если одну сишку на нее поставить, она ж по идее должна херануть? По идее, да. Возьмешь? Попробуй, да. Сейчас, минутку. Было бы, конечно, неплохо. Потому что здесь. А, вот, все, лестница готова. Давай, тогда к тому дому идем. Сейчас попробую зафигачить ее здесь. Давай. Пробуй. Профессионалы, блять, работают. Угу. Да, видно уже сразу. А что, крем, что ли? Не, ну опыт как-то нужно зарабатывать. Какой-то кепочный рейд, короче. Или я. Мы это делаем каждый день, да. Раньше лестница ставилась прекрасно при блоке на строительство. Сейчас, да, я не могу ее поставить туда, я могу поставить только там, где не заблокировано. Понятно. Ну давай тогда С4 покупай. Да, С4 разорим, нам нужно тот люк разорвать. Но, блядь, там же стопудово еще один стоит. Вот нормально я ее поставил, да? Лестница. Да. Где? Где ты ее поставил вообще? Я же не вижу. Где шкаф стоит, ребят? А, шкаф. Где шкаф поставил? Все. И что ты там сделал? Ну, посмотрите. Не, ну ты, конечно. Я, конечно, знал, но что до такой степени. Она только так поставила, больше никак не захотела. Так, Сишка плачет. Ух ты, я высоко поднялся. Так, стоп. Я просто, Алекс, кстати, сейчас если выйду, Алекс, то Алекс. Я бы купил сишку, я просто сейчас выйду, я просто не знаю. Что с базукой? Смотри, если, например, здесь взорвать эту штучку, вот это, именно эту стену, то, возможно, так? Здесь сюда можно залезть спокойно. Смотри. А сможешь ли ты ее взорвать? У нас осталось... А нихрена, у нас один заряд остался. Ну попробуй. Все равно смысл. Так, тогда уходи. Хорошо. Вот именно сюда вот, где я. Блин, спецэффекты, конечно, да. Еще. Теперь у нас нет лестницы. А от него, по сути, это не рейд, это фейл рейд. Сишку. Давай, сишку, блядь. Сиску, так сиску. Как вы думаете, под этим люком же стопудово есть еще один люк, правильно? Да там их 100 штук, чтобы дойти. Вот, блядь, 100%. Я не знаю, да, парочку надо взять. Я же говорю, сейчас просто если выйду, я не зайду потом. Сейчас. Так, изучаю, значит, чертеж. Ладно, хрен с ним. Меня этот прикол просто с мышью. И смотрю, поэтому... что мне надо теперь на эту самую сишку. Угу. Так, граната, арбалет. Блин, да где же она? Арбалетская граната. Арбалетская граната, это как? Это такое вот есть. Это гранатомет, только арбалетный. А вот взрывчатка с таймером. 20 взрывчатого вещества, 25 взрывчатого вещества и 5 тканей. Ладно, ткани есть, а взрывчатое вещество идти надо брать. Угу.
А у нас есть взрывчатое вещество? Нет. Что делать? Ща. Роюсь в магазине. Купить, блядь, Айзек, что делать? Как обычно все, ёпта. Да-да. Так, где-то тут... О, еще 100 рублей на рецепт взрывчатки. Просто взрывчатки. Ну, за это нужно, конечно, поставить лайк. За то, что он, конечно, такие деньги тратит. Без этого никуда. На кеп Корей тратить такие бабки. Еще ради вас, подписчики, это, конечно, достойно уважения. У кого там было топливо низкого качества? У Юры. Юра там все схомячил. Да. Сейчас я кабана тут разберу на молекулы. Фрагменты металла давайте. Фрагменты металла хрен с ним, они копеечные, я их сейчас возьму. А, стоп. Кожа. Блять, ну я фрагменты металла-то тоже оставил в рюкзаке. Какого хера мы не взяли с собой? Я взял, они копейки стоят, там 20 рублей каких-то. Ресурсов там много было, ёпта. Все было, кстати. Так, топливо низкого качества тоже, в общем-то, недорогое. Бегут, а давай я уже дам. Бежит. Кто бежит? Ты бежишь. Блин, не пугай ты так. Сколько надо? Сейчас, погоди. Да блин, почему потерял-то, где было-то? А, во, нашел. У тебя все равно квадратики показывает. У тебя штаны одеты, но все квадратики вот эти. Давай. Текстурки. А у Юры нет текстурок на письке. А у него есть. Почему так? А. Где справедливость, не скажи. Да ёб вашу налево. Какая-то дискриминация. Взрывчатка с таймером. Погоди, а чё это ты чужие писюльки разглядываешь? Я чужие эти кубики писюльки рассматриваю. Кубики на писюльке? Ну да, майнкрафтские писюльки. Писели. Пиксели, писели. Да блин, где это взрывчатое вещество? Почему я его найти не могу у себя в инвентаре? На, держи 500-ку, мне они все равно как бы не нужны. Забирай и... А, вот нашел взрывчатое вещество. Должно хватить, по-любому. С нашими умениями, блядь, только сишкой пользоваться. Блин, мало. А что у нас там так мало? Я, блядь, с третьей серии только понял, как крафтить какие-то части дома, там, лестницы. А, пороха у нас не хватает. Надо пороха еще взять. Так. Вау. Что это было? Он бухает. Не шуми пока, нас сейчас рисуют, и придет толпа нас убивать. Просто ага, нахрен. Выдаст нам волшебных пенделей. Да, и мы со своими... Просто мой Томпсон реально не работает, я не смогу им отстреливаться, у меня только арбалет. Ну-ка, скинь его, хочу проверить вообще, посмотреть. Может у тебя, может, просто проверь, давай. Да так, хер ребят, знает, держи. Ребят, взрывчатки, чертеж, кому надо взрывчатого вещества? А, ну давай мне. Мне оказывается, она выучена, я уж и забыл. Держи. А меня. У тебя же это, патроны-то есть? Ну я ж скинул. Патроны на 55-56 миллиметров, подожди. Ну, я не знаю, Алекс просто говорит, он не помнит, от него это патроны? Нет, это не от него. Оп, что это было? Топливо низкого качества. А, нет, перезаряжается у меня. Перезаряжается? Да. Забирай, Айзек, всё. Забирай взрывчатое вещество. А ну да, дай мне сюда. Я да, сейчас скину, давай. Так. А, блин, я думаю, что за херня? У меня всякой дряни. Ну это какой-то баг, реально, я не Бери. Знаю. Свое оружие. А показатель здоровья у него какой? Может, он у тебя кончился просто? Да нет, он в норме. Ну, у меня перезарядился, а вот у Юры не перезаряжался. Странно. Совпадение? Странно. Не думаю. А, может, как кривые руки. Так, блять, реально, серьезно. Вот 18 патронов, то есть сейчас он должен перезарядиться, правильно? Да. Ну на R же ж? Да. Слушай, вот я тебе сейчас патроны скину, попробуй их перезарядить. Топливо низкого качества. Заберите топливо. Пистолетный? Попробуй. Пистолетные патроны? Попробуй перезарядиться, нет? Так как, вот просто нажать R? Да. Да, все работает. Короче, мы лоханулись, просто патроны другого типа. А, патроны не те. Айзек, получается, ты его перезарядил, потому что у тебя были пистолетные патроны. Да ёпта, я все свои револьверные патроны потратил. Ну вот. Так, ну что, сишки добыли. Сейчас я посмотрю, просто мне интересно, сколько в итоге ХП снимется с них. 100 давай. Это раз, первый момент. Второй момент, все-таки нужно понимать, куда проходить, в центр или сверху, потому что если там внизу есть люк на втором этаже, не факт, что мы сможем там вообще что-то найти. Так, ну, домики... кидаю, ребят, кидаю. Давай. Домики грамотно построены, тут базара будем? Ноль. Да, грамотнее, чем даже, чем наш. Ебош, блядь! Ну, сколько ждать? Ну. И все? Эй! Тишина. Да, у нас под Новый год это страшнее. Слушай, были половину сняло. Да, нет, ребятки, не половину, блядь. Мне кажется, что не хватит фактически. На половину. Ну давайте, сейчас еще одну бомбанем. Ну давай. Угу. Все отошли, ёпта. Да, все отошли. Ляп нахуй. Давай.
О, хорош! Я думал, будет хуже. Ай, блядь, прекрасно, просто замечательно, блядь. Нормально просто, блядь, охуительно. Такс, такс, ладно, хрен с ним. Выяснили мы, что они худо-бедно бьют. Ну да, херач. Дальше херач. Две сразу, уходим. Две зашли еще, нужно, ёпта. Отходим. Должно двух хватить, должно. Хочу посмотреть на эту красоту. Да ладно, бля, сейчас снег в башка попадет, блядь, совсем мертвый. Прекрасно. Пошел. Так, что тут? Дверь без замка. Отлично. А здесь закрыто все, Здесь все закрыто, блядь. Побрились, да. Уходим. Ай, блядь, куда? Уходим. Да ну нахер так ставить, вы хоть предупреждайте, ребятки, блядь, я там чуть не остался. Ребята, начали. Вошли. Опа. Ребята рейдят. Где? Дым, нихера не видно. Снова отсоснули, ёпта, блядь. От сосны иголочку. Так. Клей. Чё побрать? Ну, там, дверь... там пустота? Давай туда. Дверь, наверное, трогать не имеет смысла, а вот забор сам металлический. Да. Мы долбим, блядь, туннель для метро, нахуй, я так понимаю, блядь. Здесь будет ездить поезд, блядь, сквозь... Помнишь, как был фильм какой-то, я не помню, как он называется, короче, там посреди шоссе стоял дом, блядь, и, значит, чувака принудили его убрать, опять отсоснули. Так, прекрасно. Чувака принудили его убрать, потому что там прям по его дому должно было проходить шоссе, точно так же и здесь все происходит. Уходим. Блин. Я не знаю, ребятки, чей это дом, но теперь у вас тут трамваи будут ходить, блядь, в обе стороны. Нормально. Так, не вышло, да? Не хватило. Да, вроде бы нет. Так, давайте. Расставляю еще одну сишку. Друзья, кто не в курсе, мы уже много сишек сюда поставили, как бы. И видите, мы долбим, блядь, туннель метро через дом. Я не знаю, что как это... Что за дверь такая? А, это баг, видимо. 5% отнялось, что за дерьмо. Уходим. Валим. Ходу. Я поставил на дверь. Коцнулась дверь. Я поставил на стенку рядом с дверью. Коцнулась стенка, а дверь осталась целой. Ну. Все, вышло. Выбило. Да. Опа. Дверь выбита. Что, лут? Почти ничего нету. Ёбнул факелом по голове, блять. Пусто там, да? Да нет, есть какое-то говно, блядь. Это не лут, блин, ну это не лут, это не то же. Какое-то говно. Так, ребят, в два варианта у нас. Мы можем дальше пробиться еще на... О, ребят, 11 тысяч камня. Чуть за говно, нормально, я... Да? А что с факелами? Подождите факела, ребята, у меня нет факела. Все, уходим. Куда, ребят, бегите. Вы что, охренели, что ли, предупредили хотя бы? Факел включите, ребятушки, нихуя. А у меня нету факела, у меня нет вообще ресурсов. Ну-ка. Пойдем посмотрим на эту красоту. Я могу костер, в принципе, сломалось? Заправить. Прекрасно. О, сырое куриное мясо. Да, там до хера. Пальный мешок. Было. И что? И все? Янка. Сырая нефть. Кто-нибудь возьмите, у меня инвентарь полный. Так у меня тоже полный. Да это не надо, зачем? Нам нужна сырая нефть. А я строиться-то тут не могу. Да. Вот. Факел, строится? Факел. Ни хера не видно. Строиться здесь можно, в принципе. Мне факел нужен. Ремонтный верстак. Можешь выбросить его или оставить? Ремонтный верстак? Нет, оставь. Мы поставим у себя дома его. Угу, хорошо. Не строится, ребята, не строится. Не строится. Темно, капец, просто. Ой, блин. Как у нигера в жопе. Так, сейчас я попробую, где-то здесь был костер, кажется. Вижу, вот здесь. Я нихера не вижу, просто подписчики тоже нихера не увидят, и я предлагаю разжечь хоть какой-то источник света сделать. А, ну да, YouTube же это все съедает заживо. Так оно будет, да, херово. Ну просто, ребятки, вы должны понимать, что калибровку гаммы делать вообще абсолютно не вариант, оно будет, блять, ну по-скотски выглядеть абсолютно. Уже проверено. Ага, нашел. Нашел? Отлично. Ага, он пустой, сейчас я туда добавлю. Давай. Свинина приготовленная, сырое куриное мясо оставлю. Так, самолет. дровцы. Кстати, Эйр, может где-то... 4 человека, кто-то? Ребят. Ага. Так, ну что, может тогда домой, потому что как-то рейд не очень у нас давайте удался. Давайте на самолетик полюбуемся, пока если нигде рядом не кинет, то домой. Давай. Но рейд, я считаю,
Дай мне припасы. Да, рейд, конечно, вышел бестолково. В следующий раз надо домик похилее брать. Или же научиться рейдить. Не, ну нормально, нормально. В принципе, опыт он должен быть, потому что без опыта как бы вообще никуда. Учитывая, что мы это делаем первый раз, друзья, то я считаю, что весьма неплохо. Но, блядь, денег в магазин было вложено, конечно, немерено. Ребят, я эту серию так и назову — Fail Raid. Я думаю, что хозяин данного домика, в принципе, порадуется тому, что... Ну да, он обрадуется, как мы... Что мы фейлили. Капитальный ремонт сделали ему. Да. Все по фэншую. Пустили, блядь, в метро через дом. А также, ребята, если вы хотите, чтобы было с вашим домом так же, звоните и пишите. Мы будем рады ответить. Команда, блядь, по выезду этих самых. Коллекторская контора, блядь. По выбиванию долгов. Так, ну что, ребятки, будем заканчивать тогда. Да, самолетик да. Улетел в прошлое, блядь, и ничего, в общем-то, не скинули. Ну, сетком уже все прописывали, да? Да. Вроде здесь бы. Проблем нет. Ну что, ребятки, подписывайтесь тогда на канал, если ссылочки будут, как обычно, в описании. Я надеюсь, что вам понравилось. Для нас это будет незабываемый опыт. Прошло это все не очень гладко, но тем не менее, теперь мы много чего знаем. И еще, конечно же, много чего не знаем, но я думаю, что мы в скором времени научимся. Узнаем, и узнаем. Вы, кстати, тоже активненько комментируйте и подсказывайте нам, что сделать, потому что мы еще, как это правильно называется, в расте кепки, да? Да. Вот, мы будем прислушиваться обязательно к вашим советам и, естественно, ими активно пользоваться. Всем пока, ребятки. Всем пока. Всем пока.